Всем здорово, ребят. Ну что, у нас, как обычно, утро и обзор рынков. Надеюсь, что-то сегодня интересное у нас будет на английском сервере. Возможно, и на русский что-то завезут. Настолько так и обошла русский сервер. На серверах уже по два, по три раза были. По 2 дня я показывал, какие плюхи, но, к сожалению... Так, коллекционер с Фобосом. О, ничего себе! Два мешочка. Ну, правда, первого лавала, но все равно неплохо. Так, Спрингвилл. Сейчас мы посмотрим, что тут дают. Нифига себе, за 155 мешков зефирки. Ну, у меня них 60 всего. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. За 80. Так, нам надо 20 добрать. А, вот покупаете паки, получаете, в принципе, зефирку 5 мешков. А, так, смотрим, что тут по акциям у нас есть. Оккультист! 20 баксов. Ну все, ребятушки, ждите видосика с десяточки веселого. Там будет трэш. Вот тоже обалденный пак. За пол пака вы получаете бонусом 40к. Офигеть! Просто обалденные акции. Ну, это донатные, понятно. Это для доната. Посмотрите на этот пак за 10 баксов. Ох, Некроза, Космо, Некрос, Землеройка, Свален. Что еще надо, вот реально? За двадцатку, блин, ну, круто. А, реально хорошие паки. Так, что еще? Шоппинг спри есть сегодня. Сейчас посмотрим, что тут шоппинг спри. Поменяли ли награды? А, такс. 50. Нифига себе. По 3 камешка дают. Тоже неплохо, кстати. Позабирать. Блин, неплохо, неплохо. 2500 камней уже продают. 5000. Офигеть. Супер. Да, неплохо, неплохо. Бонус 90. Гифты. Пэтбаги вторые, прайм честы 20 штук, 1000 рипстеров, ну это стандартный у них бонус. Поинт. Давайте посмотрим, что тут в поинтах. В общем, трэш. Понятно. Так. Talents, lucky number. В принципе, больше ничего такого. Окей, побежали на русский сервер, посмотрим, что у нас добавили сегодня на русском сервере. Может, какой-то трэш будет. Такс. Вот он наш русский сервер. Смотрим. Добавили наборы. Так. Ну, понятно. По сравнению с английским это, конечно, ни о чем. Книг так и нету. Ну, а так, в принципе, неплохо. Необычный. Ну, тоже, смотрите, 5 сумок зефира за большой пак. Неплохо. Будем скоро вместо огников зефиров разыгрывать. А, так. Временные акции. Набор необычные. Сфера дракона. Рулетка удачи. Бинго чарующее. Ну, куча. О, кстати, открыть сундук. По-моему, халявная акция, если не ошибаюсь. Не, не халявная. За самоцветы. Да. В общем, вот так вот. Печалька. Ну, в принципе, как обычно на русском сервере. Хочет. Открывайся давай. Да, это обычная рулетка, там магическая, по-моему. Так, ну такие все плюхи. Бога грома нет. В общем, вот так вот все. Фонтана нет. Так, окей, поехали дальше. Поехали еще Тайвань глянем.
Но английский сервер мне по плюхам реально понравился. Хороший, хороший. Так. Тайвань. Что нам сегодня Тайвань приготовил? Так. Это за смены. Офигенные, кстати. Расколы. У меня тут хватает, можно не менять. Так, что здесь ничего интересного. Так, тут у нас акции не поменялись. Вот такое. Окей, поехали еще с вами АЭС чекнем. Что там на АЭСе у меня? А на Айсе у нас чистое поле. Шучу. Castle Clash. Поехали посмотрим. Добро пожаловать на Devin YouTube. Ну, привет. Так, магазин скидок. Так, один день мы здесь пропустили. Забрать самоцветы. Так, бесплатно, 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 бесплатно. Хроники. Так, что мы видим? Два мешочка зефира, в принципе, довольно-таки неплохо, но опять же за донат. Это я заберу однозначно за 75, 80 паков. Это 80 паков, смотрите, я сразу же так превращаю это дело вот так вот. Плюс 16к, ну, я что могу сказать? Круто, круто. 72 как. Я даже не фармлю, у меня уже, ребятушки, 72 как игашек. Оу, нифига себе, посмотрите на вот это, ребят. Это самая топовая акция пока что есть за самоцветы на всех серверах, в плане наборов. Просто бешеное количество сундуков. С каждого вы можете получить, ну, просто обалденные плюхи. То есть тут просто трэш. Копите 11к, мы будем к этому стремиться и ждать эту акцию. Она где-то раз в 2 недели выходит, набор снабжения. Но вот этот набор снабжения, это просто пипец. Это кайф. Вот выбиваете один такой набор, и у вас пол аккаунта в хороших талантах, в хороших прокачках. Ну, за большой набор я не говорю. Тут, честно скажу, он 29к не стоит. Ну, реально. Я лучше куплю два таких набора. Но, правда, тут один раз его можно купить. Но вот это просто кайф. Жесть. Что тут сказать? Посмотрите. Даже вот набор за 5к. Вы получаете 30 рун. Ну, конечно, вы отсюда их намного больше вытащите с этих. Лучше докопить 6к, мы будем к этому стремиться, я думаю. Не будем тратить, будем копить самоцветы, но посмотрите на вот это. Этот набор, получается, содержит 100к кристаллов. То есть 100, 100 тысяч кристаллов вы можете получить. Это можно сделать эволюцией. Здесь ЗПшки, красные кристаллы, чары. Пятые, ребят, бездонатные чары. Коробки 30 штук. То есть даже такой пак за 5к, в принципе, как вариант. Ну, конечно, за 11к это полная жесть. Такой набор снабжения, это просто пипец. Так, что у нас временные акции? Ну, здесь все то же самое, что и на русском сервере. Ой, на английском андроиде. Удачный флип. Поехали посмотрим, что тут за удачный флип. Ага, понятно. Так, ну у меня на сегодня цель, ребятушки, апнуть 18к силы, потому что я хочу хоть частично получить Battle Pass. Понятно, я не буду на этот аккаунт пока донить. Я говорил, что он не так обалденный, и герои у нас обалденные. После прошлой настолки у нас реально. Так, это я пропустил уже.
После прошлой настолки я получил 100к. Так, я не увидел. Я получил 100к кулаков, купил 20 коробок и просто тупо под трешечку расставил кайфово своим героям талантики. И теперь мне намного легче. Смотрите, что делается. Просто читера. Намного легче. С талантами и героям намного проще теперь фармить локации. Такс. Забрали 182 самоцвета у нас. Блин, ну вот оно светится. А забрать я не могу. Какого фига, я не знаю. Места вроде хватает, должно. Непонятно, в общем. Так. Надо и квастики проходить. В общем, я буду стремиться к 18к сегодня апнуть, а потом и 28, чтобы открыть уже и смотрителей. И дальше будем дальше качаться, чтобы быстрее копить самоцветы. То есть, ну, есть куда. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.